Меня слышно, не? Да, отлично, слышно, превосходно. Заебись. Лучше бы не было. Пошел нахуй. Залив, блин, помнишь ты ковлок это дебир? Пошел нахуй. Ебать ты уебать залив. Согласен. А че, он его спиздил, да? Да не, он его продал, типа, понял, одел и продал. Осторожно, пацаны, нету БДК. Или Рукуса надо сумануть, и будет БДК. Чтобы не сагрили большого. Давай по-классски кидай. Сумануйте, пожалуйста, все. А ты можешь сам прилететь, пожалуйста, потому да, что лечу, ты в лесу хрустальной песни. Не надо там, короче, сумануть 100 метров лететь. Антон, у тебя будет какой-то нормальный инстаграм или нет? Нормальное это какое? Но есть еще коммерческая страница. Значит, это нормальное, а не в стиле, короче, порно. Не, ну я там собачек в следующем буду постить, а потом видосики. Я там как не выбить новости, короче, все время какая-то голая девушка, мне это задрало. Да в смысле, я же добавлял фотки уже очень давно. А тебе что, голые девки не нравятся, Дима? Да, не, не нравится не мне. Ты представитель ЛГБТ? А, мне просто все время высвечивает. Да? О, охуенно. Или у тебя просто... На кого ты подписан? У тебя много подписан? Меня ты что, гонишь? 80 лет. 80. Я понял. Ну это хорошо, типа что показывает все время. Все реальные люди, если чего. Ну у меня там 400 реальных. И 4К нереальных. Вы гоните, вы не могли прохилить нормально по клонскам? Мне ман кончился. И второго танка не было. Блядь, это что, убегает? Тут, когда в рейде есть холипалт, не должно быть вопросов, а почему танк упал? Так я хилил один, слышишь? В смысле, один? Ну да, посмотри, ты хилил с холипалом. Я один хилил. А, я понял, у холипала один каст света небес, 43 каста вспышки света. Вспышки света. Короче, классно. Лена, ты тут, а ты умеешь хилить за холипала? Чтоб я, да короче, сейчас... Да он нормальный хилит, он просто АФК, наверное, был. Нихуя себе АФК, 43 вспышки, блядь. Говорю, типа, один каст света и 43 вспышки, это как-то не очень. Понял, если наоборот бы было 43, один раз там вспышечку коснулся. Вот три шкафа, короче, стоит. Сумоньте с любого. Чек на пул, йоу. Давайте сразу разбафаемся. Поклонский бафает симкаски, веракт кулаки, этерники на подстраховочке и верена кресты. Давайте не так, поклонская баф, у нас есть ДЦ, но все равно. Поклонская бафает симпрота, веракт, каски, этерники, кулаки, кулаки и верена, кресты. Раздайте баф. Давай, короче, этерники будет бафать каски, просто, без поклонского. Ну давай, этерники, бафай каски. Веракт, кулаки, поклонская прота и верена, кресты. Слой, ты тут, не? Давайте помолимся. Упало 12 осколков, и все были счастливы. Давайте помолимся, чтобы шея упала с Ланой. Сука, последняя, блядь, 3,5, мать его, года. А сколько у тебя ПР? 59, почти 60. Чё, кому стерил кидать? Там вообще за багруха нужна. Мне кидай, коту. 3-9, который? Нет, который 5-4. Балконский уже ворвался, блядь.
там еще у вас еще большой ходит, вообще классно. Блин, а ты тут? Кильте, пожалуйста. А кто бы ДК из ДК? Солнце-милия. Антоха, тебе кидать, да? Ну, может, мне покидать. Пофиг вообще. Все, Макс, написал. Хуя ты, мой, тоже от золота Антон кидай мне. Отменяюсь, ты еще камешки. Ну, матрас уже вон переписать или нет. Чем тебе ты 5-4? Какой толк? Да. Сижу ка. Я просто проверил. Я скажу, если вы долго будете купить на шмотку, я буду просто ее распыливать. Нет, это стало раздача лука по полу. А ты когда говоришь обычно шару, это что означает? Шару, что ты знаешь, что тебя не накинет. Димон, я могу раздавать лук. Можешь подсосать. Ну, это тоже могу. Все знатно, знатно это делает, отвечаю. Проверено. Блядь, что за хуйня? На паладине 90% арпа, почему буря бьет так же, как будто я, блядь, в силу забив? Все, агрим или нет, блядь? Ясно все. Дебилы, блядь. Красава, блядь. Давай, блядь. Спасибо. Видите, как... Блять, пока ебланил этот Джерри, он, блядь, я и пу гореть проебал. Пиздец, Дима в тормозка. А ты не попал, что ли? Да он там, блядь, набирал, кстати, хуйсосов, я сказал, я так не сойдем. Ну, в смысле, не хуйсосов, а вот этих раздетых чаров. Мы можем просто посадить на Серсею и взять нормального персонажа. Иди право, тяни, я лево. Верно, блять. Молодец, Поклонский. О, чё, там еще и Поклонский танчик, спасибо, нахуй, не надо. Я 25 тоже не хотел. Ты упиздите на Поклонского, да? Сможешь кто-то танчил, блядь? Да мне Антон... просто брыш хотел сагрить сначала. Антон, я твое мнение за полгода не делал. Славчик, а ты тоже котик, да? Два недомарщих кота, охуенно. Коля, кинь лик у него, там 30 метров, right. Ты достаешь. В любом экипа кинь лик. КД. Так. Как я у лика, левый, как у лика может быть КД, там только Г КД. Ты похилишь на некоторых боссах? Я могу... Антон, ты сможешь похилить на некоторых боссах? Че, Энка? Два кота еще вроде классно. Ну, это я, да, что там. Недамажущих. Слышь, если себе ты дамажишься, как он там все-таки. Угу, да, ты только релопнешься. Я так же говорила, зашла к лову вару, с Кирилью попросила, дала там 9к ДПС. Стрессы, релопнешь прямо сейчас? Антон, скажешь как? Я была первой и была без этого, без истерии. Все, раздавайте бафы, как я говорил, идем в 3 хила, только на некоторых боссах Мурат будет спекаться в шамана. Я надеюсь, Верена, ты нормально хил. А как спекнуться в шамана? Что? Варенька, он лучше с совой, я не знаю, за место одного кота.
свой Джерри, он, пускай он псих нахуй разроливает лут. Что ты будешь запариваться? Да, пускай он разроливает лут. Вот когда он этот лут раздает, блядь, всегда, сука, падает шея нахуй сланг. Она и так упадет, заебал мне ноги. И шкаф, барус на нем. А, блядь, тут хвост. Когда я говорю шкаф, уже должны кастоваться 4 портала. Не достаю. 4 шкаф далеко. Техники на сыну. А кто из вас демон, чтобы я знал, кого напрягать? Один из котов демон. Что, значит, я буду напрягать только Африка. Графит, интервью, Ракшас. Хоть бы кто-то Дестриком был, ёбаный в рот, блин. Все за шкварами. Какой нахуй Дестрик, ты шо ёбан? Дайте, блин, что тебе не хватает? Чё, Дестрик, ебашит, нормально. А где Марат? Подожди. В смысле, блядь, Дестрик? Нормальные, блядь, Дестрики, нахуй. Да, вчера, блядь, 6-1. Вчера, блядь, 6-1 Дестрик хуярил, как фаермаг, блядь, 6-3. Не пизди, блядь. Сосёт Дестрик, понял? А он видит просто, слышал. Афликов сосут. Вон этот же раньше бегал, Мрисвис с Дестриком ебашил только так. Да все они у фростмагов сосут, поняли, короче. Сука. Все они у варов сосут, пиздец. Папу бафните. Сто долго. Ты чё, сука, охуел? Я тебе кулак так же бафать буду, понял? Вот смотри, если сейчас, короче, Варенька зайдет на Холи Пала, то Кощуга не заберет шею. Иди ты в жопу! Надо, Варенька. Это самогон подбивает специально, слышишь? Он такой петр. Варена, пожалуйста, хиль нормально. У тебя тут должно быть с ДЦ ХПС где-то в районе 8к, если ты не будешь ошибаться. Ну, блин, не надо ставить сразу заоблачные цели, которые дают не все. Стой, Марат нам присоединяется. Варена нормально хилит. Просто сказал, сколько должно быть в среднестатистического холипала на этом боссе. Все. А у Фуриков сколько должно быть ФПС? А протопала здесь не сложит, а? Протопала? Сколько ФПС? Поговорите сразу, чего вам не хватает. Интерлюды, квадропедры. Просто тавры. А ладно, поехали. Хватает. Квадропедры. Отец огурец, что тебе не хватает. Их тебе бафов не хватает, отец огурец. Можешь говорить, пожалуйста, а не молчать? Давай ты раскол, да. Я стакаю раскол роял, все нормально. Все, все готовы. Давайте. 3, 2, 1, начинай. Поклонский, ты можешь меня ставь, как бы попропить мне будет. Выбей. И шипы. Да ебучий шип. Бля, Антон, я уже кинул. Чё ты кинул? По 5. Стерю. Себе, что ли? 5 шипы. Тебе, бля. На мне нету её. 4 секунды, 3 секунды еще на тебя. А, ну. Что-то мне не отобрало. Конченые шипы. Шипы бейте. А знаешь почему? Потому что ты их не бьешь. Бью. Если бомба взорвется в это время. Фонги. Бля, сбейте шип. Это Вергилий? Не надо. Сука. Блядь, порчу нахуй уронили, пидорас. А я ебал. Ну что вы делаете, танки, блядь? Бейте шип, сука. Игро было, что делаете. Пизда нахуй.
Че за говно выключу? Хоть идите на трэш. Ну хорош, полпер 10 когда придется. Дима, а можешь мне всякую ненужную кожу, но то, что не бис идет, мне кидай на кота. Спасибо. Всякую ненужную. Сказал, что не нужную. Лерион, отойду на минутку. А ты отойдешь. Попольте это. Далее никто не роет? Так, наверное, Серсейкина. Все, она сапоги сегодня ролила на кота. Посмотрите на свои руки. Она без ГП хочет забрать, она уже, наверное, шерю на фулличку. Нафлудила. Странно. Молчит, мы молчит, будем молчит долго ждать, ебать. Че вам надо, бейте трэш, че вы хотите? Я лут раздавал. Лут раздавал, лут. Какой, пацан. Димон. Леша, ты бы там не разгонялся в трэш, как теперь трэшка стоит, там делает всякие типы, он не в первом минуте. Там надо подождать, пока танк нагрит, и тогда прокастится каст. Маратик, ты дурак, что ты пишешь? Я сказал, мне нужную кожу, идиот. А он мне кинул? Он не мне кинул. Ой. Говорит кот с ботинками на СПД. Ну, у меня просто забит. Так вот, не упали, почему ты их не ролила? Проясните, Лавермана и Йоку. У меня не базарьте, вы заебали, я сейчас админку поставлю и отвечаю. Не ставь, пожалуйста. Дай ГП ему еще за штаны, пусть он по пару подаст. Ебать, вот это вообще пиздец, Алина, ты понимаешь, что это, блядь? Да, там с КП с ним сомневаюсь, ничего не говорю. Чего? Волю, блядь, тапки тебе нужны, что ты их не ролишь? Хуйней занимаетесь, блядь? Ну, что, потому спал, что я не хочу, я хочу волю сейчас ролить. Уже злой, так что не надо базарить, пожалуйста. Самого, ну тоже волю, видно, надо. Зачем тебе волю тапки забирать? Марат, спекайся тут на этом боссе в этого шамана, похилишь. Да не надо, мы захилим, не спекайся. Пойдем? Конечно. Да я ну, смотри. Там 300 ГП прилетит, если вы не захилим. Да кого? Едете что ли? Киньте четвером. Да, и ГП за штаны там по Куанской, дай пусть по КР падает. Надо. Пацаны, чё вы такие жадные? Ну нужны ему эти штаны, их никто не ролил. Пусть забирает, пиздец. Я тоже поролил, вот видите. Какие штаны? Там ботинки падали, блядь. А я ботинки, штаны там, сука, на танк. Что вы дрочите? Ботинки у меня в сумке. Чё вы хотите? Ботинки? На вторых же коту не ролил. А их никто не ролил, эти ботинки? Никто не ролил, а, блядь. Ну, блядь, это... Далин, попроси у Джериона, да и все, блядь, в чем проблема? Я хочу волю забрать, а за ГП не без ГП, просить. Блядь, может, получишь, блядь, если нормально попросишь. Да уже все поздно, давай мне ботинки, я распыну. Вопрос на миллион, на танка ботинки на медведя эти идут, можно на успех? Конечно. Вот, на успех ролику здесь. Так, смотрим, что тут будет происходить. Алина, будешь контролить, выхрывать. РДД бьют справа, трэш, милики слева, руку спекайся в танк, а он уже в танке, все нормально. Кто не бьет трэш, 200 ГП. Я сам сейчас не дрочу на ДПС, вар слабенький, я смотрю за рейдом. Что-то замечаю, я сразу накидываю ракшаст. Дай ботинки. Конфетка, что тебе не хватает самогон? Ну не идите, люди, что ты делаешь? Ставлю портал. Сейчас я кину на ролл, подождите, тут еще 2 часа, у меня сумки полные, я не могу найти, Марат, сейчас я кину все на ролл. Все? Самогон, ты готов? Нет, ману пью. А, ты заливаешь ману отцу конфетка и коробку с конфеткой. Все, все готовы, начинай. Пошел трэш, давайте погнали. Справа, слева резче залили трэш. И покажи чужакам мощь нашего господина.
Право залили трэш. Речь, 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 речь. Все, бейте, босс. Пулкера контроль, Лоравермана контроль, елку контроль. Все троим дайте контроль. Блин, пацаны, тут бар прожатый. И убивает. Так, и вы гоните убивать Лавермана, Серса, я поднимаю Лавермана. Я понял, дай, что бури убили. Трэш вышел, играем в трэш. Коля, кинул? Нет, далеко. Пусть потом кинем. Ты сразу бафы Лаверману, каску, кулак, пистобаф, лап. Проклятие с Редрика, диспельте. Купера контроль и все. И с Серсея можно еще себе контроль. Бейте, все, иди, Коля, набирай игру. Блядь, диспель, пидорас ты, ебнутый. Все, давай, ловите босса на пул, на Сенсинилию. Давайте, бьем трэш слева. Все, кинул. Давайте в босса смотрим духи. Войт, Войт, поднимай роял, да, Войт. Я в контроле. Интервью де контроль, коробку за контроль. На платформе. Сука, по мне лоб. Снеди диспельте. Отводи, отводи, отводи тут. Тотем, тотем уберите. Агро набираю уже 4 стака. Ракшас, скинь агро. Духи. Смотрим трэш, все, играем в трэш. Духи смотрим. И духи, духи в трэш. Войд, Войд Биста, по дропедру контроль. Там, давай на меня на пол уже начинай. И чё вы гоните? Ясно. Пальчик Мрад срывал духа в мини-зоне. Ману шаманом. Ману шаманом, коробку с СРСА и Войд Бист, конфетка по иннеру кинули. Ступай во тьму, в вечную тьму, ты не в силах противиться мне. Контролим, скидывай агро. Смотрим аккуратно трэш, я трэш рейки, танк в контроле. Диспельте фир, блядь. Быстрее. Что, забили на все, просто, забили просто, на просто. Все, забили на все, добивайте лень. Блять, напуливайте, я не хочу. Да, дать. Пульт там с нуля, все, агро, пиздец, еще ебаная леди. Ты же говоришь, шлем, шлем, шлем. Давай, давай, шлем, шлем. Лестники. Злой, тебе запад нужны? Нет. Лестники, алло. Сейчас тебя резну. Давай, шлем, шлем. Против. Сколок тебе падал с ребра или нет? Не падал. Боевые рукавицы. Конченый цколка. Блять, сука, надо кому-то на шару. Хуй себе кидай, потом у тебя попросим. Не, не кидай, я ламп. Кому этот шлем надо? Не. Так, тоже все, погнали. Подучай. Поклонскому отдал танка шмотку просто так, тебе отдам просто так. Бля, там мне не жалко этот шмот. Тут за ГП можно дать только 6 шмоток. Все остальное полная пораж. Что там, тапки паролем? Здесь? Куда, да, рольте, нафиг.
Тапки без ГП? Нормально, да, паролу отдам. Паролу отдам тапки, все, отдавайте. Паролу тапки. Паролу тапки, все, Марат, кидай, трай. Какой Марат, блядь? Если вы поспешите, то еще тапки, сможете. А есть мама, кого потом поставить? Ну, зачем тебе эти тапки, они не нужны. Тебе надо тапки с РС, но как хочешь. Есть у кого-то абсолютно пыль и великая? Не, у меня нету. Есть у кого великая космическая субстанция 6 штук и абсолютно пыль 6 штук? Да нет. У меня все реги как раз под чарки идут. Солдат Альянсу тут очень много. Давай тоже все, он не отдаст тапки. Я, говорите, дракон. Мы квест делаем? Не, какой квест? Ой, делаем. А, руку с пистанки или нет? Я понял. Хорош. А у нечета, нечет есть, не? И у кого нечет есть, братья? Да у этого, у Веракта есть нечет. Ну, Тоха, иди сюда где-то там. Чё тебе надо? 30 СПД. На наручи? Угу. Да. Денег в обмен. О, наручи? Да. Только так. Ты тупой, а чё ты знаешь сам? Поставьте мамонта, кто на корабле. Есть, пожалуйста. Бой, есть, бой, слышь. А нет, а Юдова у тебя есть? Да нет, Юва нет. Ох. Есть. Да у кого есть, идти нахер. Идемте бить трэш. Это есть у тебя мамонт? Дживс там что-нибудь. Уверен, тут? Что вы вообще тот трэш бьете? Не гните юлерное дело, кое есть. Ко мне нет там сит. Да у меня есть камень. Да блять, я тебе говорю, рецептов нет. А, ну типа с рецептами. Нужно подойти поближе. Рук, все на фуловое? Что тебе надо? 12 СПД здесь скрыта. Какой камень? Напомни. Это оранжевый. Спал бой. Да, вон есть могущественный метрин. Сейчас поднимемся на корабли, там сделаешь. Пушки кто хочет, кроме танков и хилов. Вроде сколько все надо? Сказал. Один, я сейчас мне коробку дайте сделаю. Мама, так стань, пожалуйста. О, стой, стой, стой на месте, Верьена, стой. Да, спасибо. Воспряньте, сыны и дочери Орды. Дайте там бахнуть поваром. Спасибо. Оркрон, слетаем. Вы видите, что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем! Орде тут делать нечего! Вы уколет взял на эту раницу? Да-да-да. Тимус, давай, бери, короче, делай на поклонскую макрос на пола, будешь напуливать весь трэш, как в РС. Че там, мак уже вышел? Все, да, мак, да, вышел, да. Давайте перелетай. Я тебе в дальнейшем будущем сказал.
Так, в дальнейшем или в будущем? В будущем, хорошо, давай так. В дальнейшем, в будущем. Тоха. Чё? Просто я на ханта очень стерю, покидай. Кидай. Там всё, на ханта окей. Лучше, потому что там багами и выстрелы. Там сейчас оно лучше на ханта кидать и стрелять. Ай, посмотрим, если, короче, он сестры не даст 23, то можно не кидать. Блять, я не буду больше переписывать, на него напишу, да и все. Я с корабля даже не улетал. Не, Леголас, ну нормально ты дышал. Просто сказал, что типа там если сестерии, то там вообще типа жирно получается, можно разогнаться, а что. Вы видели, как я медленно летел? Давайте быстрее там, ну вроде не стаков дохуя. Блять! Чё ты? Упал что ли? Да я, короче, только на наш корабль прилетел, и меня бомбой откинуло, блин. Давайте 18 секунд и 150 тысяч, 100 тысяч я должен снести. Альянс повержен! Вперед! Короля лечу! ГЦ злой. Походу. Что-то надо кто-то? А пока нет. Ну я туда сошел. Подожди, тут Роял отошел. Роял, ты тут? Да, у меня лодался, наверное. Все, ролим. Надо кому-то это кольцо. Адам на шару порвал кольцо. Тыкните. Там на ретрике же, по-моему. Я знаю. Клон близко не повезло. Перстин, ролим. Че там, кто выше по ПР? Пайр-дроль. Тыкните. ГЦ Саня. Хорошо, я кину. Надо мне никакая голда, зачем? Ну, шапку просто так. О, кто-то сапоги, походу, получил, да? Зоя, а чё у тебя за грудак такой классный? Охуенно, грудак топовый, слышь, с ИВК. Я заметил. Я ничего не могу сделать, нет другого, крафтить не хочу. Смотри, какой у меня есть ссылка. Ай, нет, я за ним мне ходил. Мне нравятся, кстати, твои эти аксессуары, пиздатые тринки. Вот это нормально. Да, чётенькие. И жезл у меня под... Короче, называю пацанов, которые бьют трэш. Значит, все афликты раздотают и трэш. Я бью трэш, Серсея бьёшь трэш. Но Алина, бей трэш, ты не дашь ДП с этим котом, просто бей трэш. Кто там ещё? АДК бей трэш. И эти... Солы. Короче, бейте трэш, кого я назвал. Алина, бей трэш, не бей босс, это твой кот всё равно не дамажит. Бей трэш. Да, хорошо. Прям такое моральное наставление. Блин, я тоже буду бить трэш. Вар не дамажит. Какой смысл что-то выдавливать с него? Надо бить трэш. Назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренор. Я бы не позволил... Том ЦЛК я на прошлой неделе выдавал с него 13к и все, больше не мог. И я понял, что я больше не дам, так что лучше бить трэш. Я его матери, когда...
когда она умирала, пройду через темные... Я крикнул в бою, не бойся. Неважно, умер бы я. Да она у тебя откатится. Сейчас 35 секунд. И чист. Как Геру дадите, как только Сурок дойдет, дойдет к танку, а не... Ну вы поняли. Только бы критовала. Ага. Ходите все от Сурка, чтобы он вас не убил, там далеко стоит. На пульте на Сенсамиле. Вот все. 2 секунды бой, все, бой. Ой, погнали. Класс, скинь игру. Че, Ракшас сорвет меня? Нет. Да. Смотрим трэш. Как покемонский агри не себе трэш, Коля, агри бьем трэш. Ну, забери. Войско есть? Да. Давай. Да. Пусть войско есть? У него нет, он вроде со мной тоже давал. А Ракша, кстати, Африк или нет? Да. Понятно. А на последний трэш бьем трэш. Луну с райда, луну с райда. Нихуя, 17500 в 5.8, ты ёба народ. А хан сколько дал? 20, 21. Нормально. Что ликонить? Чего конта там багается от истерии? Там талант багается. Сам талант багается. Пронзающий выстрел называется. Посмотришь потом на лунатель. Ролин клинок отравленной крови. Если он получит укус, то там пронзающий выстрел разгоняется до 36к тика в секунду. Жестокой не была битва, никогда не отрекайтесь от нее. Ну, и на ЗГП ролим токи. Сколько энг дал? Энг 16800. 16800? Да, защитник. А чё так мало? Не знаю, бой короткий вроде был. Ну... Я в норме давал 16500. Антоха. Завоеватель, ну. Антоха. Да. Парни, эти перчатки мне, реги сейчас дам. Покажите ДПС. Легоните. Сейчас. Вот. Это Антоха плюсани, не вижу. Ну-ка. Просто показать плюсани. Чё там агрите в Валькирии? Одну. Два осколка, да, надо? Это тебе на что надо? Оружие? На угрозы и парирование, по-моему. Да, два осколка.
Побейте валькирию. Давай быстрее. Пройди Андрей вторую валькирию. Иду. Джерин. Спустись на 5 секунд ниже канал. Еще раз. Ниже канал. Зачем? Ну надо сказать тебе кое-что. Ну, в любви будут признаваться, Дима, в любви. В любви. Аня, а ты откуда знаешь такие подробности? Да тоже признавался. Тоже спускался, да? Только ебаная. Да нет, самогон все вот спрашивал, как лучше ему признаться. Ну, я посоветовал, конечно, да. Как вот ты мог только меня оставить, да? Ёбаная Валя, отвечаю, ненавижу. Сейчас агрим. Во, нормально. Хорош, блядь. Ты, сука, то в левую, то в правую сторону это падла бегает. Чё, нормально 17500, 5.8 фаермаг, пацаны? Такое себе. Сколько, Санёк, дал? Там у тебя грудак больше всего зарешалось, естественно. 17500. Чё, может, на эту пойдем? Вальку закинем? Не-не, идем на этих, на чум. Сложный портал хочу быстро. Ебал. Чё, ты снимаешь у меня? А, я потом все сделаю, у меня сейчас нету списка. Да он пусть психом полтинник снимет. Или варенька. Пиши Ване, пусть снимет. У него просто нету точечного так, этого. Джага 24. Сколько там кольцо? 389, да? 184 надо снять. Фокус есть бомжи у тебя? КД еще. Дима, почему ретрики никто не дамажит? Ну, ретрик я не знаю, Антон. Я знаю, что они не дамажат, но не. У варов что-то поломали или нет, кстати? Да, вары. Ну, вары. Там другая история. Удар удар героя крит снизили на 10%. Пара. Чего они снизили на 10%? Просто на лече. Удар героя. Можно рассекающим бить теперь, не? Сука, она с руке почему-то вообще, блядь, тено какое-то. Сколько ты дал нас руке? 17. Вроде тычки то же самое, буря вроде даже обновляться чаще стала. О, блядь, пиздец, блядь, 17 потолок. Нет, и кольца. Открыть собаку или нет? Понятно. Чё это? Фасочки на броню нужно кану? Танки. А у тебя дохуя их? Два стак. У меня 55 их так-то что-то, не знаю. Я их могу наделать так штук 600 на самом деле. По 20 болт продать, да? Да нет, зачем? Они, кстати, востребованы сейчас. Но ты давай. 5 или по 100. Сделай там 5 стаков потом. Да, я возьму. Ну окей. С ДК-то уже идут. Слышишь, Саня, на Ленту, что ли?
взять, как-то сланы. Падла. Где лента моя? Сланы? Ну, следи. Следи? Криту? Да, не, шлак. Гонишь. Ну, крита будут больше, наверное, по хосте минус. Ну, там будет... Чего ты сердце хочешь? На кота с лутами скуюли? Не, я не буду про мага. Конский, будет... забери. Без этого кольца ты еще собираешься. А я думал, ты как Войт хочешь мост с духом одевать на кота. Сука. Да что, нормально? Да ты видел, сколько слайдов? Рокус, прикинь, там у моба сверху. Рокус. Красавчик. Ну чё, пацаны? Объект нахуй. Всё, давайте бьём. Дима, приморозь их, пожалуйста. А брат, я приморозь. Я ничего не намекаю, но я заебался этому магу бафать кулак. Ловушку запустил левую или правую? Обе. Обе. Блин, бедный носок. Опять пизды получил. Слышишь, Антоха, еще 7 минут, короче, рекламу. Простите, пожалуйста, я буду дать мне футбол. На ренже Волкер Квадропедра. 4 Лока. Сова. Протопал. Все, и хан. На кунг ловуш кто-то делал квест, ребята? Можете подсказать? Во? В этой низине Шелзар квест покупали на кунг ловуш варить. Там бухло что-то, не бухло. Не знаю. Злой, да, шоу? Ставлю. Рейнджеров назвал. Подавай. Еще раз повторюсь. Там, Квадропедра, Волкер, 4 Лока, Сова, Протопал и Ханс на рейнджер. Сейчас, Джерри, на одну секунду буквально. Все. Цигурец, ты тут? Че, пуля или не? Да, пуля. А где? Там ты пуста, короче, там прыгни сантиметр, там вовсе нормально. Все три иннера, все три заливаете конфетку. Что, Леша, как с маной дела? Нормально, 70%. Шо, а главное, ты тут ел? Шаман. Конфетка вот эта, твой шаман? Бабл кружни, бабл кружни. Я понял, графит сдох. Серсай, поднимай графита срочно. Там плюс один. Графит сразу на рэнш иди. Захильте интервью, захильте интервью. Фридом, дайте интервью. Фридом, дайте интервью. Просто же человек. Бля. Поклонский, забирай, слизни на себя забирай. Слизни, Поклонский, ой, Поклонский, говорю, Коля, забирай слизни на себя. А на рейнджу ушел. Нормально пользет. Прожимайся и хилим хорошо танка. Там частицу не... Не забирай, Поклонский, но там же сейчас будет это. Ебать, блин, это не давай. Пиздец. Забирай, зачем?
Дети, там еще, если большой поглотит еще одного, будет взрыв. Бери с меня. Давай, шаман, выйдите на рейндж. Или так, добивай какой. Да я вышел на рейндж, слышишь? Не похуй. Ёбаный плащ опять подубал. Ииии, где объект, сука? Джерри, он пидор. Торки причём? Чё, и без ГП, да? Дима, они идут на кота? Не, не идут, это говно на кота. Да, на кота. На фурика как? А, видишь, Маратик в роли. Кинь мне за ГП, пожалуйста. Ебать, она чё, всё без ГП хочет забрать? За ГП глухой, блядь, ты тупой что ли? Да, 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 да. Дауны. Марат, а нахуя ты кожу собираешь? А кому-то плащ, я отдам этот плащ на шару. На Т или нет? Второй не нужен такой плащ. Брат, нужна кому-то кровь? Алин, ты шеем коту будешь собирать? Ну ладно, Саня, не знаю. Дай мне за ГП перчатку, я не помню, бисовый. Поди тоже были бисовыми. Ой, чек на баб. Смысл ШП на гнилом мультидоте? Чтоб ДПС был больше. А на 1% лечи духов подлетающих бить и сушения. Это классно, это хорошая тема на самом деле. Профит. Профит, профит. Смотри, тапки упадут еще, Диман. Да, там квадропедры забирают. Да не, он может вылететь. Роял готов? Все, все готовы начинать. Нормально, стали втроем. Глядись там к Холипалу и к шаману. Там тотемы, ориентир, а Холипал хилит и он весь светится. Твоя нога падает. Сука, бля, куда ты бегаешь там? Резона падает. Прыгают Джейлис, Йоба, Графит, Кров, Скильки, Медизона падает, левая нога. Вирак, оставайся нормально. Опять в один мизон, не мизон, а правая дальняя часть комнаты. Хуеть мизона. Ну я не сказал, я потом не справился. Бейте балс. Короче, в жопу ничего не буду говорить, просто бейте балс. Обиделся. Ты по часам говорил. Просто тут надо говорить, когда рейд 264. Вот так что-то надо говорить, а вот скажи, хильки, ёбы и крипят, вторая даже не проседает. Я смотрю, короче, я просто смотрел, как этого босса в 264-м шмоте. Смотрю такой видос и смотрю, как рейд проседает так жестко. Тут рейд, если просядет на 80, да, на 20% ХП, да. Это пипец, какая непруха уже. На профи, как там потели пацаны, три танка, варшеве прожимает, ханстаки пиздит, это парагоны убивали, это пиздец. Это какое, когда они ускоренные там? Не-не, когда они первый раз пропа убивали с бафом 5%. Шмотом самым дебильным, который был, там вары отдавали два раза шеве и ханстаки воровал. По
два вара, два лишевая. Их основной вар отдавал ШВ, еще какой-то там отдавал. Они типа заводили вара для профа специально, типа два вара убивали. Не, так танчи там паладин и мишка, я говорю, что вар там стаки ШВ забирает еще. Еще какой? Пояс на танка, сила гнили. Клонский, забирай поясы. Ты всегда был моим любимчиком, как и гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его пояс на танк. Чувствую. О, хорошо, только дойди до этого. Ну ты понял, куда дойди. Никто, никому больше пояс не надо? Да только надо поклон. Пояс, давай лучше танку отдам. А нахуя он этому хорику-то? Что, надо кому-то? О, если никому не надо. Да. Себя возьму. Пробивания брони мне не хватает. А чё, у тебя нету что ли? У меня скорость, кольцо. Нормально, оставь себе скорость. О, теперь у меня 1304 пробивания. Я ей отдал шею бесплатно, чё вы ноете? Самогон, ты ж багруха есть, надо тебе это шея. Чё, диско? Нет. У меня диско, ну, могу отдать, но не надо. Ты ж багруха, да. Смысл какой? Или ты в МБ5 хочешь забиться? А чё никто не хилит? У меня и вылетело. Ну, полипал пыхтит. Так, пацаны, у нас нету airdrop, поэтому мы будем убивать нормальные тактики. Так как? Нормально. Ну типа будем стопать. Ой, бля. 15 вайпов, нахуй. Какая лучше слава airdrop. Фигета польза от него будет. Вон, Ваню возьми, но. Только не паладином. Паладином-паладином нахуй бери. Да нахуй. Конфетка и ракшас. Поклон. Вон, конфетки нету, бери Ваню быстрее. Да он заходит. Зашел, красава. Да она не упадет. Короче, я что-то лагать начал. У тебя есть? Ваня, пойдешь холи пал? Коробку с эрдру есть? Ваня, я что-то лагать начал, пойдешь холи пал? Ты иди, сука, чё, блин. Пацаны, закрыли рты, я спрашиваю человека, есть ли у него AirDrew. Нету у него. А, спекнись на этого босса в Рошан. Я же тебя просил. Ты закинь, не надо. Ты залагаешь, давай лучше Ваня зайдет. Ты понимаешь, что тут, короче, тут удача. Слизень может выбрать, может нет, короче, меня это не устраивает. Ну как хочешь. Ну, блядь, помогли. Ну, один босс, типа, и все. А потом себе дальше энхом. Залейте, пожалуйста, давай, сердца и коробку, твой бист, давайте иннеры отцу Гурфу кинули, скинули. Интересно, а огурец знает то, что он постоянно с одним зовом бьет? Он только что. Этот спекнулся. Я знаю, иннеры ему надо залить просто. Что там, маны хватит, давайте чек. Мы будем стопать, пацаны, мы будем стопать. Так что, пожалуйста, не врывай. Нахуя ты что гонишь? Потому что у нас нет AirDrew и у нас нет как собрать стаки, так что мы будем стопать. Все правильно он говорит, надо стопать. А что такое стаки? Короче, я понял. Это такая параша, когда AirDrew хотает куклу и у него регенится энергия. А, в натуре. Бля, квадропедра, где ты, бля? Видишь, штапки не упали, все, он бивнул. Бля, может, немедленно. Интернета нету. Очень да, жопу. Если... Его давайте, 3-2, поклонский, пей. Варенька, заходи на ретрика. Лужи разольет, веди сразу под ком. Под ком.
беги спиной, Топи, беги просто под колбу, под зеленую, Коля, под зеленую колбу. Стопайте. Стопнули, стопнули по проху, все стопнули по проху. Этого слизня можешь не замедлять. Все, милики, сразу откоп встали и бьем слизня. Бежались в цель. Цель не блинканулся. Да зачем? Цель сбежались. Не догнали. Ай, блядь. Все, давайте пейте. СРС, РС и Верену, а вы Beast Fighter World. И все по дебафам будем бить. Талин, как ты сдох? Вы чё, гоните коробку с Ресой в идеале? Бьём зеленого, по дебафам бьём. Ты зеленого сбежались. Смотрим. Я снова замедлил. Ещё раз смотрим. Смена красного. Бля, пацаны, чё вы гоните? Что? Ты чё зелёным, пацаны? Воу, блядь. Блин, таргет? Удача пришла к нам. Прессы, класс, как ты сдох. Ну, бля, ну вы чё, на приколе? Зелёный поубивал. Вырубы больше нету, что ли? У кого есть бэры, пусть они... Два БР было, не? Три. Что значит так убьем, чего нет, что ли? Да, красный. Терсе, беги. Конченая, умрешь, у тебя ГП на чистом. Завали, сука, ты не видишь, что это? Завали. Не, не центр, смотри. Там колбы как бы. Шаманчик, отойди, пожалуйста. Я вижу. И поймал. Да похуй, а чё мне найти колбу, мне не до пизды. Чё бабушка? Давай дохилить будешь, промахнешься. Смотрим пельмени центр, ну бля, не умирайте, смотрим зеленого, сейчас будем бить все зеленого. Все зеленого. Убегайте с цели. А я в шоке, какой малый ДПС. У нас много умерло. Убейте пропал. Вижу, что минус 6. Ну это мы сейчас только парагодом не помним. Парагодой. Ну у нас минус 2 пала, что-то хуёво. Пристрепите взрывом. Нет ретрика больше. А стаки как будут? Не понял, будут колды. Убейте все красные. Чем просто, пусть Локи повесит СС на протопала, когда он выйдет. Протопал кинет диван и потом встанет. Изи. Да и ДК не зыбко прожмем, это нормально все. Посмотрим, зеленый выливает, будем бить зеленого. Там зеленый. Ты не бейте через взрыв разума. Манаты кончается, алё. Для маны болт вообще пиздец. Потому что шипы не бьют дауны. Почему волкер бьет? Я не вижу. Как ведра нет. Да. Блин, там же Даня объяснял, что через взрыв разума даже по ДПСу профитно бить. Смотрим, смотрим на профа и смотрим на слизня. Стопаем по профу, стопнули по профу, по профу стоп. По профу стоп, сейчас будем бить красным. Там с энергией. Беги, файт-лоу. Японский энергию копи по-любому. Да уж, еще 30 секунд. Кул. Cool. Я тебя схватил еще. Вадим пропал. Не иди спорить мне. Рост.
Давайте рост, давайте рост, рост, шаманы, рост, и играем по дебафам. Только не диспельте его, пусть он два раза заменит, красный. Он успеет. 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 Бежались к цели зеленого. Миша, она сама диспелит. Она сама диспелит. Дебилы. Красный, красный смена. Боб, дайте. Лоу, беги, дайте, беги. Да я умер. Боб, дайте нас на цель. На квадропеда. Боб, дайте ему. Дайте манны. Все, бейте, пропал. Повесьте СС на протопала. Два стака уже на мне. Повесьте СС, нет? На холи пала СС. На холи пала СС. Я бы кинул, но я же умер от СС. Поклонский, забери. Поскинь СС на протопала. Поклонский, кидай божественное вмешательство на БДК. Хулипал, дай этот диван на ДК. Когда хилить будет некому вообще, блядь. Ну или если со скрестлением. Все, я забрал поклонцев. Мы по ДПС не вытянем. Угу. Сейчас второй стак. Да там что будет? 20%. Ну второй уже стак. И маны нету. Ой, НПС, а у нас БДК стринг и изыча. Бой, твой стаки. Только в мишку прыгни сначала. А уже три стака. Все, это в мишку, бой, давай, давай, в мишку забирай босс. Да вы просто Геру рано дали. У нас просто минус много людей. Могу разбить. И босс отхилился, потому что на Поклонской был баф, и Поклонской дал диван и сам умер. Падайте. Пробуйте. Пока место все, есть. Падает. А, да уже все. А вы сбежаться к слизням не можете или чё? Нет, там знаешь почему? Потому что люди в разные стороны отлетают, никто никогда не сбежится. Как неожиданно. А что мы так по конченому бьем, а не как всегда? Кого-то нету или что? Ты когда последний раз обнову читал? А что поменялось? Я вообще обнову не читаю, я тут просто хожу. А книги тоже не читаешь, да? Да я кнопочки нажимаю, зачем мне книги? А, ну ладно. Ты читать-то хоть умеешь? А не научили, ебать. Читать рэп? Специально для Заливина анонсирую. Сука. Так а что там в обнове, ебать? Так слизни бегают быстрее раза в два. Поэтому все? Их надо грамотно замедлять. Да. Всем. Вот линканите в слизни дамаг. Может там кто не... Ну, эти слизни дамаг. Так просто посмотреть. Дима, тут ты просто на бичеваре не можешь затащить. Я знаю. Пусть другие тащат. Я тащил уже, не знаю, полгода. Там их надо бить так, что прям... Ну это приоритет, блядь. Прогоны, блядь, с дамагом ниже, чем у нас, блядь. Два раза, блядь. Убили. Давайте Серсея на нормального перса зайдет. Они ж там под берсу вроде прям убили, да? 10-9 минут берсу. В натуре. Серсея, заходи на нормального персонажа. Ну, могу на нормального зайти. Ну, заходи. На весь оставшийся. Сейчас мы убили из-за этого, из-за того, что там кто-то умирает, не сбегается. Сейчас все будет. Так, чтобы сбежались, они должны быть рядом, понимаешь? К ним могут сбегаться после того, как зеленый слизень откидывает. Смотри, там надо, чтобы РДД все стояли в одной точке, тогда они, ну и милики тоже. Вот когда мы к зеленому подходим, все с одной стороны стоят. Он да. Миликов идет, в РДД неважно, все отлетают в одну сторону. Это типа тренировка была перед личом, перед вальком, чтобы в одну сторону вальки летели, здесь такой же принцип. Летишь в разные стороны, идешь нахуй. Летишь в одну сторону, убиваешь просто. Не убегаешь котом от слизня, схлопаешь его демоном, уёбок.
Да все, сейчас заканчиваем, что вы умираете. Коля, как только лужа у нас зальет, ты уже веди под полную. Не надо там у стола тусить. Тупой, ты не знаешь, что нужно, значит, сначала подвести его, чтобы его мини а потом убежать. Да. Ну ты вот дурак просто. Ну он хотел даун сказать, потом сказал дурак. Все, завалил. Ой, блядь, колес каких-то поел. Есть колеса? Есть. Какие? Большие или маленькие? Примите Сансимилию и дайте футбол. Я, блядь, всю жизнь пацанам, которые сейчас что-то говорят в РК, админка стоит, вас не слышно, если вы что-то пытаетесь сказать. Дайте, пожалуйста, ба. У меня заебало этот пиздеж, дайте лап. Надо подождать. Чек. Марат, ты готов? Все, все готовы, пей Поклонский. Коля, пуляй. Да-да, все будете стоять в центре, в куче, а милики станут в квадрат. Смотрим, лужи. Все, уже води к колбе, Коля, по колбе води. По парку, стопнули по парку. Фу, стопнули 82%. Вы чё? Эти все слизи. Пизда. Тончими, вашу мать, я 8 раз сказал стопнуть. Не бейте, замедлите этого. Сука, кто бил, у кого дергался рекаунт? Тайтин Блинк бил, да, блядь? Сука, 500 гп. Это даун, что ли? Там бомба тикает. Падай. Посмотри, у кого больше всего по парфу, и там и накидывай даун. Да нет, не ругайтесь. Что-то я ничего не чувствую. Что? Я сказал стопнуть на 88%, вы вообще конченые? Я сказал 86%, потом ты сказал стопнуть. У кого есть этот скадр? Не гоните фабосу ДПС. Я не знаю сейчас ничего. Ну, в смысле? Доту походу перевели, потому что я на 86%. Вот именно. Теперь посмотри, какой я, Джерион. Я жду извинений. Давай, Дмитрий, прошу извинить меня, я конченый. Да, прошу извинить, не конченый. Леголас 300 гп, интерлю 300 гп, Йоба 300 гп, Квадропедра 300 гп. Я сказал, сука, стопнуть. Это значит стопнуть. Конченый, вы можете на профи просто не прожать свои ебучие бурстабилки? Тут ни к чему это параша.
А ну, Леголас, зачем ты прожимаешь бурстабилу в начале? Вот скажи, быстрая стрельба, подготовка, всю эту парашу, чтобы надамажить один лям профа. Нахера, если мы стопы? Это пиздец. Это просто пиздец, это нету слов. Это кончилизм, ребята, это хуета. Я вам, сука, сказал стопнуть на 87%. Какого хуя вы обновляете доты? Поднимите от своего огурца. Дайте футбол. Сука, это пиздец просто. Кого сейчас двигается рекаунт, я накину 1000 ГП после моего приказа стоп ДД. И буду учитывать только доты. Не дай бог, какая-то стрела тьмы туда будет лететь. Глыба, шар. Вы получите по 500. И футбол в параллель. Маску поваром, пристабав лапу. Лапу параллель. Скажу СС на второй переходке. Лапу парень, чек на пол. Час.